Хирурги краевой клинической больницы ежегодно делают более 17 тысяч операций. Из них 2500 высокотехнологичные. Здесь проводят сложные процедуры в области нейрохирургии, кардиологии, трансплантологии. Всего 16 профилей оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Только в Центре травматологии и ортопедии краевой больницы в год делают более 500 операций. Прежде всего, это эндопротезирование суставов и другие восстановительные процедуры на костно-мышечной системе. Подчас это единственный способ восстановить функции пораженных конечностей. Сами хирурги говорят, поводов для гордости немало. Они освоили самые современные технологии и продолжают идти в ногу со временем. Не так давно эндопротезирование в крае проводилось крупных суставов в единичных каких-то случаях. Мы не делали серьезные вмешательства при сложных повреждениях тазового кольца и позвоночника. Мы не делали операции на грудной клетке, которые восстанавливали каркас и позволяли устранить угрозу жизни человека. Теперь все эти и многие другие виды высокотехнологичной помощи стали доступны, а хирурги продолжают осваивать все новые методики. В июне наши врачи впервые в России провели микроваскулярную коррекцию митрального клапана. Раньше помочь больным могла только операция на открытом сердце, очень серьезная и травмирующая. Перенести ее сможет не каждый пациент. Новая технология для таких кардиологических больных стала буквально спасением. Я считаю, что это очень хороший прорыв был для Красноярска, для всей Российской Федерации, потому что на сегодняшний день уже я знаю, что технология находится на этапе регистрации, и в скором времени, я думаю, в следующем году она будет включена в перечень высокотехнологичной медицинской помощи для определенных, опять же, выбранных центров Российской Федерации. Красноярская клиническая больница будет туда входить, безусловно. Высокотехнологичная медицинская помощь в нашем крае за последние 5-6 лет совершила настоящий рывок. В регионе появились перинатальный центр, обновленный онкологический диспансер, центр сердечно-сосудистой хирургии, Сибирский клинический центр ФМБА России. Во всех этих учреждениях внедряются самые современные методики. Министр здравоохранения края Вадим Янин отмечает, в этой области у региона есть точки дальнейшего роста. Это прежде всего, действительно, это технология, которая будет связана с работой с нашими врачами, то есть кадры, подготовка людей, которые понимают, что такое технология, умеют ей пользоваться. Это обновление парка медицинского оборудования и это, соответственно, лекарственная поддержка тех, кто переносит или иные операции. За прошлый год в нашем крае высокотехнологичную помощь получили более 13 тысяч человек, что на 11,5% больше, чем годом ранее. Для врачей это огромное количество процедур, ежедневная работа. Для пациентов – возможность обрести здоровье. Анна Московских, Павел Потылицын. Новости.